10 июля – день флага и герба Копейска. Официальная символика у города появилась всего 17 лет назад. На гербе у нас изображен обушок, это шахтерский инструмент, и венок золотистый. А флаг – это, грубо говоря, тот же герб, только на красно-белом фоне. Обушок означает то, что город шахтерский в прошлом, а красный цвет означает то, что у нас город краснознаменный. В день праздника активисты отдела по делам молодежи провели акцию. Они раздавали копейчанам воздушные шары и флажки с символикой города. Отдел по делам молодежи в связи с такой датой ежегодно проводит такие вот информационные акции для наших жителей, напоминает о том, что есть такой день в календаре, рассказывает историю возникновения герба и флага, дарит яркие воздушные шары и желает в дальнейшем любви к родному городу, делать его чище, лучше и любить. Символы на флаге многим горожанам знакомы, потому что большая часть копейчан в свое время трудились на шахтах. А те, кто не работал сам, слышал об обушках от родственников. Например, Арине Колющенко о нем рассказывал дедушка. Дедушка кем работал на шахте? Шахтером. Долго работал? Да, больше 20 лет. А на какой шахте? Я точно не могу подсказать название, потому что была совсем маленькая, когда он работал. День российского флага празднуют тоже летом, 22 августа. Отдел по делам молодежи также проведет акцию и расскажет копейчанам об особенностях триколора.